таких местах, где стоят вот такие вот оранжевые значки и указано через 1000 фит, я могу еще быстрее ехать 1000 фит, это 300 метров. И вот уже вот, где начинаются дорожные работы, вот где выставлены оранжевые, как они сказать, оранжевый заборчик, вот там уже надо быть осторожным. Вот так вот все, тут уже едем осторожно, 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 45 миль в час и не больше. Pedestrians, написано Pedestrians Walkway. Pedestrians — это пешеходы. Они, вот они расширяют дорогу здесь. Опа, 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 чуть не съехала. Я не по той линии держусь. Белую линию не видно, а эту. Оп, я еду 50 миль. Нельзя, 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 нельзя. Хотя все едут. Тем более сегодня воскресенье, сегодня никто не работает. Можно припустить до 5. Ой, у меня же 55. Нельзя, не надо. Сейчас попадется какой-то злой полицейский, хотя навряд ли тут полицейские бывают злыми. Никогда не видела злого полицейского здесь, честно. Их просто... Понял, что там расчищают озеро опять же. Все такие милые, все такие улыбчивые, вежливые. Вот это вот домики можно взять, вот эти вот домики можно взять на прокат, либо купить. Это очень, очень популярно здесь во всех, почти у каждого во дворе, если есть хороший бэк-ярд, почти у каждого во дворе стоит такой домик, у каждого американца. Я не знаю, где мне ехать, дорога, разметки нету. С тем, чтобы туда поставить оборудование, вот это вот оборудование... садовые, грабли, лопаты, даже туда вот эту машину можно засунуть, трактор, которым, при помощи которого косят травку. Поехали. Сейчас закончится строительство дороги, ремонт, и я уже припущу немножко. I have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me on a кладбище. Американское кладбище. If you were my keeping heart, if you trust is set up. So in this instance, you've got a corporate trustee who's trying to balance the needs and the wants for так, those beneficiaries, as well as whoever inherits after those four beneficiaries. Those people are also will be called qualified beneficiaries. So the bank's sitting here going, I have to be really careful about the distributions that I make because I need to make sure that the trust assets are going to last not only for these people, but for after that. There's a paragraph in the trust that says, if you exhaust the trust properties for the immediate four beneficiaries, that's okay. So the trustee's duties, you know, and this is why sometimes it's good to use a professional trustee, especially we've talked about people who are in public benefits, a special needs trust, making distributions from that trust, even if you have the best intentions in mind, could disinherit or, excuse me, could disqualify someone from any public benefits that they're on. So my point is that corporate trustees, whether it's a CPA, whether it's a trust company, whether it's a bank, can be very good things, but the lesson here is to give instructions to that trustee, more detailed instructions, obviously none more. Впереди стоят вот в дороге на палочках воткнута реклама. Вот таким вот образом рекламу можно вставлять здесь, только таким образом. И то, опять-таки, не везде можно ее так вот оставлять. То есть люди просто, и специальные люди, которые собирают эту рекламу, пособирают и выбросят. А вы потратите на каждую рекламу по доллару, то и доллар 20. Вот на такую вот. Обычно делают не деревянные ножки, а делают такие тоненькие прутики.
чтобы землю вставить, чтобы не делать damage на земле. В земле дырки не проделывать, траву не leave instruction. We're going to touch on that. All right, very good. You know, during the week, the partners at the estate and business planning group, they meet often and they discuss what's going on in the economy, what's happening with their client base, what is going on in Central Florida. And a lot of their great philosophies come out each and every Monday in a newsletter that's available, not just to clients, but available to you as well. Orange County. All you have to do is sign up for the newsletter right now by going to drophealth.com. That's drophealth.com, or you could simply call the office at 407-389-1122. Now, if you make the phone call, you have to leave your phone number, and of course, you have to leave your email address, because they may have to call you back when they're inscribing that email address into their computer. It will not be sold, it will not be, you won't be getting unsolicited invitations from anybody. Так, и вот уже Клермонт, вон она стоит. Signing up for the weekly news. Водонапорная башня, берите, вот это уже Клермонт. It's totally up to you. We'll be back with more. Вот уже пошел Тони and Kathleen Flamia from the Estate and Business Planning Group right here on News 96.5. The three big things you need to know. Opening statements getting underway tomorrow morning in the George Zimmerman murder trial. Good morning, I'm Ken Tindall. This weekend, the judge ruling state voice experts will not be allowed to testify about who they think they heard screaming in this 911 call. You can hear live coverage of the opening statements tomorrow morning here on News 96.5. The government of Hong Kong says Edward Snowden has been allowed to leave because a U.S. extradition request did not fully comply with the law. Snowden reportedly headed to Moscow this morning. And a sunny start to the day, starting 77. Headed to Moscow. Head – это голова, то есть направление. Headed. Headed to Moscow. То есть направляется в Москву или по направлению к Москве. Ну, то есть едет в Москву, можно так сказать. George Zimmerman's second-degree murder trial. News 96.5 will be in the courtroom from gavel to gavel, and will bring you all the breaking news from the trial. Вот уже и Клермонт. Hear opening arguments starting Monday morning at 9. Вот с той стороны какие строительства, какие площадки строятся, строятся и строятся. Флорида расстраивается. Monday starting at 5 a.m. on News 96.5. This is Joe Rossi from Orlando Kia East West and North. Bring your child, relatives, or friends' report card to Orlando Kia and get $500 off any new Kia in stock for every A or B on their report card. So if you've got 7 A's and B's, that's $3,500 off any brand new Kia. Plus, Orlando Kia will select 15 random new owners and donate a $1,000 scholarship on their behalf to the child or school of their choice. Drive home the all-new 2014 Kia Forte for just $99 a month, or a new 2013 Kia Optima for just $129 per month. Backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. Я же останавливалась на этом не раз. Американцы говорят твони, твони. Иногда говорят твонти, редко говорят твенти, иногда говорят твенни. Ну, каждый по-разному, но основная масса вот по радио всегда говорят твони. Stubborn fat still weighing you down, tired, energy low. Well, on the двигайся, diet, exercising, starving, can't lose the stubborn fat in those hard to get to areas. I'm Dr. Patrick St. Germain, D.C. The fastest, easiest, cost-effective fat-burning program ever. Burn fat without hunger, cravings, drugs, можно calendar сказать, shots, I'm starving. Using our latest fat-burning я умираю от голода. 30 to 40 pounds, guaranteed. Don't just lose weight. Вот тут у меня Иришка жила, вот это тоже такой красивый, такой красивый. Комплекс жилой, обалденный там. Там эти поля для гольфа. Ой, у меня там оттуда видео есть. В гостях у Ирины. Так, ну что мы делаем? Обгоняемся людей. Вот написано на башне Клермонт. To talk about what you want to accomplish. What are your priorities? Need new entertainment space? Вот сейчас проеду Клермонт. И пойдет красота, красота пойдет, поля, тишина. И вот тут Панера Бред, вот она стоит наверху. Я все время, когда еду, я всегда останавливаюсь, там попью кофеечка, вот она Панера Бред. Но сейчас не буду заезжать, потому что я только что выпила кофе в Орландо, чтобы раскрыть свои глазоньки. Спала сегодня сколько, 4 часа? Ну, может быть, 5.
поля для детворы. Profitable. Andre Bustamante of Bustamante Real Estate and host of the Real Estate Power Hour every Sunday morning at 11. The Wall Street Journal ranks Andre among the top agents in the entire U.S. Andre is one of the few realtors in the country that offers an immediate buyout plan that guarantees if your home does not sell at a price and deadline that you agree to, well, Andre will have it bought for cash. Now, this is real. Andre uses an extensive marketing system that attracts hundreds of buyers and sells homes for top dollar week after week. Now, home buyers from all around the U.S. as well as investors. Которая привлекает сотни покупателей. Buyer – это покупатель. Seller – это продавец. Так, вот тут надо снова сбавлять скорость. Как красиво. 2020 or on the web, it's OrlandoHomesSold.com. Hi, this is Stephen Baldwin. If you could have a bright movie star smile in 5 minutes, would I get your attention? I'm on TV every day, and that's why I use Power Swabs. It's clean and proven to brighten your teeth in 5 minutes. The secret is a tooth detergent that lifts the stains right off your teeth. Power Swabs whitens teeth on the average 2 shades in 5 minutes and 6 shades in 7 days. To try Power Swabs, call 1-800-663-9068. Opening arguments in the Zimmerman murder trial will be heard live. Zimmerman это фамилия мужчины, который убил пацана. Murder это убийство. Trial это судебное разбирательство. Дорожки новенькие. You've got to have questions about this hot topic if you're thinking about setting up any kind of. И вот видно, вот синенькие стоят, с правой стороны стоят синенькие такие на палочках, синенькие обозначения Pizza Hut, Burger King. Вот когда дорогу ремонтируют, обязательно, когда доступ как бы к рекламе какого-то предприятия либо какого-то бизнеса ограничен, не видно, он остался это далеко с той стороны дороги, ставят за счет городских средств, ставят вот такие вот палочки, и на них вот эти на синем фоне название бизнеса. Я не знаю, сколько это стоит, но достаточно много, конечно, это стоит, хотя я не думаю, что как бы, ну, даже трудно представить в нашей стране, что если бы ремонтировали дорогу и вот так вот, допустим, закрыли проезд вдоль, немножко закрыли подъезд к вашему бизнесу, там буквально на 10 метров, стали бы ставить вот эти вот обозначения, что вот тут вот, со стрелочкой, что вот тут вот находится ваш бизнес. Навряд ли, конечно. Сейчас я буду проезжать мимо опять маленького такого поселения. Ну, не поселение, как это называется, neighborhood. Прямо на озере вот эти вот домики, mobile home, 55+, то есть поселение, селятся люди, кому 55 и выше. Вон такие прямо вниз, вон они, крыши прямо торчат, то есть впадина, вон она какая, там озеро большое. Не видно отсюда, не видно, как жалко, как красиво. Клермон даунтаун, East Avenue. Восток, авеню Восток называется. И вот этот комьюнити 55+, оно расположено прямо на озере. Вот сейчас буду вдоль дороги ехать и увижу. До чего красиво, божечки мои. Там домики такие дешевенькие, видно, что такие дешевенькие домики. Но место потрясающее. Такое все ухоженное. Ладно, поехали дальше. 40 миль в час ограничения скорости, потому что мы въезжаем в центр города. The trust became irrevocable after the dad died, obviously, and the qualified beneficiaries can go to court on, it's either a petition to reform, I want to say a petition to reform the trust, if they all agree that they want to change the trust for this purpose. I have one actually, I'm involved doing a special needs trust on a trust that's going to be reformed down in Clermont. And Anna is the beneficiary of her husband's trust. And nieces and nephews. Funeral home, это похоронный дом. Rather than waiting for the aunt to die, we're going to reform it. The beneficiary represents a special needs, and so we're going to take that to the court and say, allow uncle's trust to be changed. Вот опять озеро с той стороны. Ой, как красиво. Божечки мои. And these kids can get adult kids can get this amount of money now.
of course, mine will be protected in a special needs trust. So you can change things, but people have to get along. You can change things. Ты можешь поменять вещи. This unit. So, by far, that's not going to happen. So I was really concerned. So the daughter, think about where the daughter is, and I know Dad's spirit. You know, he wanted his это он мотоциклы везет. Два красивых мотоцикла. Вот он, этот домик. Вот это место, которое говорил. Вот живут люди. Вот на озере. Комьюнити. Ой, какая красота. Я сейчас туда заеду. Я не могу. Я так хочу туда заехать уже сколько раз. Ладно, заеду. Я столько раз хотела сюда заехать. Красота невероятная. Давайте быстрее. Вау! Итак, Emerald Lakes называется. И с той стороны, вот тут только кусочек озера, и с той стороны большое озеро. Вот эти домики стоят как бы на косе. They know the dynamics of your family and what it is that you're trying to involve. That's another reason why I always say the financial planner and then typically the CPA and the attorney should all be on your Irvin team. And Rita Emery. Написано имена, а тут фамилии сразу написаны. Сказочное место. Как я... Вот это все mobile home, это все передвижные домики. И вот впереди, вот сейчас камера упрется, вон там вот где деревья, там озеро. И вот, кстати, большие mobile home, достаточно большие, там, видимо, трехбедрумные. Ой, там озеро, там выход к озеру. Ой, какая красота. Чистенько, аккуратненько, все подстрижено, все убрано. Ни сориночки, ни пылиночки. Это вообще удовольствие. Ну вот Аллочка у меня купила такой домик Mobile Home в Джексонвилле за $30,000. Сейчас наводит там порядочек. Тоже такое красивое вот такое комьюнити, такое нежненькое, такое очаровательное. Но ей еще 55 лет, и это комьюнити, где она купила свой домик, там нет ограничений по возрасту. Но вот это я знаю, что тут, я знаю, не знаю, откуда я знаю, но я знаю. И вон оно. Туда дальше уже надо пройтись, вон дальше вот озеро видно. Озеро, причальчики. Вон оно. Вот оно тоже озеро. С той стороны не знаю, как туда заехать. Какие хорошенькие комьюнити, прелесть просто. И вот такой домик можно, ну, 1030 его можно купить, может быть, даже дешевле, потому что далеко от центра города, далеко от Орландо, ну, будем говорить, даже за Клермонтом. То есть тут особого, как бы, особой такой жизни нет, такой прямо уж городской. Возможно, тут, ну, ничего не продается. Вот я ни одной надписи не видела, чтобы что-то продавалось. Так что я думаю, вот так вот немножко подальше от города, вот в такой, вот такой домик купить можно, ну, не знаю сколько, 30-40, может быть, тысяч. Вот он for sale, пожалуйста. Сколько он может стоить здесь? 813-695-51-44. Маленький. Нет, не маленький, не хорошенький, хорошенький домик. И вид прямо на озеро. Ай! Ну, вид прямо на озеро, конечно, это уже подороже будет, чем... без вида на озеро. И вот каждый домик у них есть вот маленький такой причальчик. Вот на лодочке. Это два дяденьки или да, два мужчинки рыбку ловят. Вот она жизнь. И туда проливчик заходит, туда дальше. И с той стороны тоже проливается. Красота! Красота! Не жизнь, а малина. Вот. Так, я смогу проехать здесь? Давайте. Registered sex offender. Поехали. Опа, как я хорошо вписалась. Молодец. Вот я оттуда выехала из этой красоты. Супер, конечно. It's high-ranking. Police say 56-year-old Donald Smith took the girl from a Jacksonville Walmart. Вау. Девочку вчера один подлец убил. 56 лет какой-то урод украл девочку Walmart'а, магазина Walmart 8-летнюю, и убил ее где-то за церковью, вчера передавали, его поймали уже, вот уродище, вот
Вот это все новое строительство, вот это форсы, вон оно сколько. Вот этого ничего не было, когда я сюда приехала. Это было все просто. Да, уроды, конечно, еще есть, и, наверное, они есть в каждой стране, но как нужно, как вообще можно захотеть иметь сексуальные отношения с ребенком? Это дитё, никогда не пойму, никогда, это не то, что не понять, это даже, ну, то же самое, как есть люди, которые издеваются, дети, ну, я знаю, что дети есть, которые издеваются над животными, отрубают лапы там кошкам, собакам. Тоже никогда этого не понять, что они от этого получают, что за удовольствие, почему их на это тянет, почему эти уроды, мужики старые, как можно ребенка, как вообще можно причинить какое-то зло ребенку, ладно еще взрослому, который тебе там, какие-то гадости может быть делал, вот уже пошли. Селения практически закончились, будут домики попадаться, но уже нет таких вот прям поселений. Сейчас будут начинаться уже в основном фермы, фермерские хозяйства сейчас пойдут. И, кстати, тут вот купить ферму будет не очень дорого. Я не знаю сколько, но я слышала, что купить ферму это совсем недорого. Если заняться еще фермерским хозяйством, то есть высадить, например, 60 деревьев, если вы высадите 60 деревьев на своем участке, вы будете освобождены от уплаты налога на землю. А это много значит. Вон они пошли, домики тоже, где-то в низинке. Новые дома вот. Самое такое красивое место начнется. Коровки, лошадки, стоги сена. Но тут они стог сена не делают, так как вот у нас стог сена был такой высокий, как домик. А тут они закручивают, эти стоги закручивают такие в колесики, в рулончики такие. И вот они по всему полю лежат, эти рулончики. Вот опять Walgreens, опять аптека. Хочется камеру и туда поставить. Кругом озера. Мне это видно, потому что я высоко сижу в машине, а камера немножко ниже, ей не хватает. Надо, наверное, ставить камеру повыше, но тут стекло нет, у нас стекло не получится. 55 лимит. Чего вы едете? Мама, чего я еду 60? Rainbow. Вот Rainbow. Family ресторан. Rainbow это радуга. Ресторан. Rainbow. Speed limit 50. Ладно. Ну, я еду 55. Меня простят. И вот уже пошли деревни. Как бы я бы назвала все это деревнями. Деревушки такие, деревушки. Green Isle Ranch. Ранч, ну понятно, ранч. Это где выращивают животных. И вот она. Пошла деревенская Флорида уже. Вот сбили ракуна. На дороге лежал бедненький. 40 миль в час ограничения. Ладно. Between I-4 and International Drive, northbound Fisk Boulevard and Ister Boulevard, both from construction blocking two lanes. We tell you the three big things you need to know every 15 minutes, 24/7. Мы говорим тебе каждые 15 минут три главные вещи, в которых ты нуждаешься. Погода, дорога и последний 35 минут. Сейчас будет как бы центр вот этого селения, городка, что ли, или как сказать, деревушки этой. Where an 8-year-old girl was found dead earlier yesterday. Вчера девочку эту 8-летнюю нашли возле церкви. Люди приходят с цветами, с шариками, с детскими игрушками на то место, где ее нашли убитой. Ух. А тут вот уже бензин 3,49, пожалуйста. Там было 3,36. А, 3,45, прошу прощения. Надо водички попить, уже хочется водички попить. To listen again Monday morning for Orlando's only all-news morning show. And this is Scott Inez, host of Orlando's Evening News. Keep listening every 15 minutes. We tell you the three big things you need to know. Fried chicken, Orlando's 24-hour news, weather, and traffic. News 96.5. Вот он, городочек пошел.
Совсем маленький центр города, вот он крошечный. If tomorrow all the things were gone, я люблю эту песню. Американец, and I'm proud, я горд, что я American, to be, чтобы быть американцем, and I'm proud to be an American, and это как бы a, приставка, ну, опять-таки, заврусь, я не знаю, как правильно называть эти, я знаю, как говорить, как читать, но правила я английский не знаю, и название тоже. Welcome back to the Now You Know show. Arthur in Longwood, Tom in Orlando. We'll get to your calls in just a minute with Tony Peroni and elder law attorney Kathleen Flamia. But first, I've got a couple of big events I want to drop in. Take only a few seconds to get this done. Don't enter into retirement and leave thousands and thousands upon thousands of Social Security dollars sitting on the table and regret it for the rest of your life. Jim Green does some free public clinics or